сорт острого перца Аджи Кирилл. Это высокоурожайный сорт перца Аджи. Посмотрите, какое количество, ребята, на кустике плодов. Острота такого перчика от 50 до 100 тысяч единиц по шкале Скобеля. Довольно острый. Стрички длиной у него могут от 3 сантиметров до 5. В некоторых случаях они могут быть достигать и до 7 сантиметров. Вкус этого перчика пряный, с дымным ароматом. Срок созревания от 70 до 80 дней. Растение может достигать высоту от 70 до 1 метра. С одного куста, ребята, можно собрать до 500 плодов. Это такие красавцы перчики. Созревает он от зеленого цвета, вот зеленый. Потом становится светло-зеленый с переходом на оранжевый. Потом становится оранжевый и в конце красный. Вот такие вот стрички морщинистые. Очень-очень урожайные, ребята. Этот сорт многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Вот, вот он у меня невысокий. Вот высота кустика. Высота кустика до развилки где-то сантиметров может быть 15. Потом начинается развилка. И вот такой вот красавец. Вот, ребята, сейчас я вам покажу. Вот он у меня лежит на земле. Плодов, ребята, здесь сотни, сотни. Вяжет просто нереально. Если вы выращиваете, будьте дома, на подоконнике, этот кустик будет где-то в пределах 50 сантиметров высоту. И с таким вот большим количеством таких красивых плодов. Вот такие вот, ребята, плоды. Вот он созревает до ярко-красного цвета. Советую всем такой перчик у себя дома завести. Он всегда будет вам давать большие урожаи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.